Городские автобусы под номерами 45 и 46 расширяют свои маршруты. Теперь они будут курсировать по улице Громобоя, Наговицына и Кренистовой, Рабфаковской. До этого транспортного сообщения там не было. Несколько лет назад бесплатные челноки, обслуживающие центр города, были переведены в систему городского общественного транспорта. В них, так же как везде, стали взимать плату за проезд, а вот скромный маршрут сохранился. Теперь автобусы охватили территорию рабочего поселка. Пока это всего 4 Богдана. Но городские власти обещают, что автопарк увеличится. Надо понимать о том, что все-таки количество подвижного состава на данных маршрутах будет увеличено. Но это связано, опять же, с прохождением определенной процедуры согласования. По нашим подсчетам, это произойдет в течение ближайших 2 месяцев 2018 года. Движение теперь осуществляется по кольцевым схемам, которые вы видите на экране. 2 автобуса в одну сторону и 2 в противоположную. Пересмотреть транспортную сеть жители рабочего поселка просили давно. Сделать это быстро, увы, не получилось. Кроме работы с документами, необходимо было установить соответствующие дорожные знаки. Для движения общественного транспорта здесь, как полагается, оборудовали заездные карманы. Но, несмотря на наличие знака автобусной остановки, нерадивые водители паркуют здесь свои машины. На сегодняшний день логистика в этом районе еще далека от совершенства. Автобусы ездят нечасто, остановочных павильонов, чтобы укрыться от непогоды, нет. Равно как и расписание движения 45-го и 46-го автобуса на каждом пункте их следования. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.